Алтайский педагогический университет отмечает сегодня юбилей. Старейшему вузу края исполняется 85 лет. Его история началась в 1933 году, когда в Барнауле организовали педагогические курсы для учителей русского языка, литературы, физики и истории. После вуз получил статус института, а в середине 90-х годов стал университетом. На сегодняшний день педуниверситет своей альма-матер считают 70 тысяч педагогов. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею университета, пройдет сегодня в 17 часов.